сердца я хочу сегодня поздравить всех вас и хочу пожелать вам всем счастья, здоровья, благополучия. Вы представляете огромную нацию, песенно-танцевальную, веселую, и поэтому я хочу, чтобы счастье у вас было всегда. И, наверное, было бы неправильно с моей стороны, если бы сюда на сцену сегодня я не пригласила Ивана Бареева. Итак, на сцене президент фестиваля ромского искусства Иван Бареев! Браво! Решением президиума Многотысячной ассоциации женщин-предпринимателей России разрешите вручить орден «Служу Отечеству» Ивану Барееву. Браво, Иван! Служу России. Ну, что я хочу сказать? Конечно, я, конечно, всем благодарен, всем гостям, которые сегодня присутствуют в зале, которые сегодня выступали на сцене. Сегодня большой праздник. Весь мир сегодня справляет этот день. Весь мир, цыганский мир. Но, наверное, и, конечно, не только цыганский мир справляет этот день, потому что это... видеть и наблюдать вот это действие, это, конечно, отдых. И вы, я думаю, что вы сегодня отдохнули от своих финансовых расчетов и пересчетов. Рублей, евро, долларов и так далее, и так далее. Можно отдохнуть чуть-чуть от этого меркантильного движения. Но говорить от себя это долго, и у меня есть шпаргалка, я прочитаю несколько позиций. Что я об этом во всем движении думаю. Сегодня мы отмечаем важную, очень значимую дату. Ровно 40 лет назад, собравшиеся на Конгрессе в Лондоне, посланцы из разных стран мира учредили Международный союз цыган. С тех пор, каждый год 8 апреля мы, цыгане России, как и все 40 миллионов цыган всего мира, отмечаем Международный день цыган. Как вы видите, цифра 40 весьма для нас символична. На сцене 40 гитар. На экране продемонстрировалось 40 фотографий дорогих нам людей. Перед вами выступили 40 артистов. Достойных, талантливых, интересных. Давайте им поаплодируем. Да, это радостная дата, и она и драматичная. В этот день цыгане во всех странах опускают венки и цветы в реки в память о тех, кто погиб в страшные годы Холокоста, в память жертв Второй мировой войны. Всех, кто боролся против фашизма. Сегодня мы вспоминаем и тех, кто ушел от нас недавно. 4 августа прошлого года не стало моего старшего родного брата Александр Бареев, президентом ФНК российских цыган. Я думаю, меня поддержат все, кто здесь присутствует. Он был выдающимся представителем нашего народа. Сделал для него очень и очень много. Он до последних дней боролся за честь и достоинство своей нации, за ее социальные и политические права. Я пообещал брату, что продолжу его дело, буду по мере сил отстаивать интересы нашего народа, который на протяжении 5 веков является неотъемлемой частью российского народа. В давние времена, когда пророк Моисей выводил еврейский народ из Египта, он предложил цыганам присоединиться к ним, но гордый, красивый народ отказался.
Это ошибка, мне кажется. Сказав, мы пойдем своей дорогой. И до сих пор бродит по всему миру с колесом от кибитки на флаге. Ну что поделать? Флага нет пока, да, я не вижу. Как бы то ни было, в подготовке юбилейных торжеств нам помогали наши друзья и единомышленники. И мне хотелось бы выразить благодарность федеральным министерствам и ведомствам, Ассамблеи народов России в лице Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова, Федеральной национальной культурной автономии Азербайджана, еврейской ФНК и другим национальным общественным объединениям, а также народному артисту СССР Николаю Алексеевичу Сличенко, доктору исторических наук Надежде Георгиевне Деметер, народному артисту России Борису Санкину, который представил для нас свой коллектив шикарный и бесподобный, руководителям художественных коллективов Николаю Васильеву, группе «Штар», а также гостям «Радио Рай», Сосо Павлиашвили, который должен был сегодня нас посетить. К сожалению, так не произошло, но он, так же, как и Михаил Гулько, так же, как и Стас Намин сейчас позвонил, поздравил наш народ с праздником, всем передает привет, огромную свою благодарность, что мы существуем, мы талантливый, добрый, честный народ. Ну, честный, это честно говоря, в кавычках, но ничего. Вот. Славе Митянику, Фредерику Белинскому, Вилли Токарев, мой друг, вот он там где-то спрятался, маленький. Вот. Ну и, конечно, большая признательность моим друзьям, спонсорам, они сегодня в зале. Я благодарю, не буду перечислять их, но они знают, что я за них помню, я им очень благодарен от души, от всего сердца и желаю всего самого лучшего. Пускай вас хранит Господь Бог. От души приветствую наших гостей и делегатов. У нас вчера в комплексе Измайлова, в АБВГД, если будем проще говоря, называть ее, прошел конгресс Ассамблеи народов России. Делегаты из 35 городов присутствовали, мы заседали достаточно долго, интересно. Нашли шикарную цифру, 26 миллиардов долларов. Пока еще не разделили, так что это мы сами там вас не забудем, короче. Вот. Ну и, конечно, от души приветствую гостей, делегатов и цыганских организаций Белоруссии, Украины, Латвии. Особенная благодарность президенту Международного союза цыган Стахиру Станкевичу и его помощнику Виктору Фамульсону из Швеции, который нас посетил. Особая признательность его высокопреподобию протоиерею Всеволоду Чаплину, отцу Дмитрию Смирнову. Хочу также поблагодарить за участие в подготовке юбилейных мероприятий моего крестника Виктора Оглу, которого мы сегодня видели только за кулисами. Ну, поддержал от и до, от А до Я. Красавец, дай Бог ему здоровья. Ну и, конечно, его родители. Вот, и, конечно, директора фестиваля, заслуженного артиста России Николая Лекарева, который подготовил вот это все действие, которое вы сегодня увидели. Я думаю, что вы отдохнули, получили приятственные какие-то часы. Мы просим прощения, что так долго, сегодня пятница, пробки, многие еще едут на концерт, ничего страшного, завтра увидимся. Вот, счастливо, как мой говорит младший брат Роман. Вот. А теперь приглашаю на сцену Надежду Деметер, доктора исторических наук, первого вице-президента Международного союза цыган и человека, которого мы выбрали, нового президента Федеральной национальной культурной автономии российских цыган. Надежда Георгиевна Деметер, прошу вас поприветствовать. Для закрытия фестиваля на сцену приглашается президент Федеральной национально-культурной автономии цыган Надежда Деметер. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с Международным днем цыган. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия. Тавен бахтале сары, сукаманда влестер ты дел ту мангадавел.
И, к сожалению, нам не удается каждый год сделать такие большие праздники, как сегодня. Но все-таки они будут получаться. И мы будем стараться, чтобы они проходили. И проходили так красиво и так плодотворно, как мы провели вот эти два дня. Я прошу прощения, самое главное забыл. Так, минуточку, не надо перебивать, там на банкете это все. Награждается за вклад в развитие цыганской культуры президент Федеральной национальной культурной автономии российских цыган, доктор исторических наук Деметр Надежда Георгиевна. Честь и достоинство нации! Золотой. Баренца. Россыпь драгоценных камней, изумруды, сапфиры, бриллианты. Ну, порядка. Надо заработать. Чисто политически. Достойный, красивый, интересный. Этот орден учредил мой старший брат Александр Бориев. Я прошу вас привстать, браво, вспомнить этих людей, поблагодарить всех участников концерта и всех. И я вас благодарю также, уважаемые дамы и господа. Банкет нас ожидает, постное все, и есть ли постное. А теперь, по традиции, прозвучит гимн, уже не международный гимн, всемирный гимн цыган, да? Я все-таки так, все-таки тоже в музыке что-то понимаю, и я сочинил, придумал, или, наверное, создал в плену своих душевных мук где-то за свой народ гимн российских цыган. Участники концерта, фестиваля, пожалуйста, выходим на сцену. Мангав тумен романе, щабали та й чаяли, де шумим як спора манда. Одел дикляс, обрал каринка венге, сараме баша. Попереджу няс, кас пошас, кас дехас, а болкас не то, а верувас. Мангас, а меде малець, ярдіні ти герела медике, а маре пуємке, таємке та й давне. Пошла дело в Аменке, Багдайса Стипе. И пошла дело в Аменке, Багдайса Стипе. На кушем тумен, маса в дяги ренгаде, махала джабо, авре роменда. Мати на маня, на вікнем драба, тенкіра, дай косте, аренчала. Мандаса, мене влез, ярдіні тенкерела менке, а мене пуємке, таємке, дай каденке. Дело в Аменге, Багдайса Стипе.
что ж, как говорится, до свидания, фестиваль. Здравствуй, новый фестиваль. До следующих встреч!